18 краж на пляжах и в местах массового пребывания людей – таков багаж совместной жизни супружеской пары из Дагомыса. Чтобы задержать их, сотрудники уголовного розыска разработали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате 49-летние местные жители были задержаны с поличным. Сценарий, по которому они действовали, был однотипен. Пара выходила на пляж, набережную или в парк, и мужчина похищал вещи, оставленные хозяевами без присмотра. В основном добычей были планшеты, мобильные телефоны, кошельки, дамские сумки. Установлено, что это супружеская пара. Между ними были четко распределены преступные роли. В то время как мужчина похищал чужое имущество, женщина следила за ситуацией и в случае чего подавала ему определенные знаки. Супруги, кроме прочего, рассчитывали на свой возраст как средство уйти от подозрений. Поэтому долго оставались безнаказанными. Именно деньги интересуют? Да, мне только деньги. Сколько таких случаев краж совершили? А? Сколько краж совершили? Ну, 15 или 17 было. Оба соучастника арестованы, возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.